Ирекун полдара часем. Ирекун полдар марине. А часем изир паян лаях шивардари. Вы сегодня хорошо поспали. Лаях шивардари. Лаях. Аван. А часем изир паян ну май шивардари. Ребят, вы много сегодня спали? Ну май шивардари. Видела их. А часем изир паян тутла шивардари. Ребят, вы сегодня сладко спали. Тутла шивардари. Тутла. Видела их. А часем изир паян ну май абат ширари. Ну май. Видела их. А часем изир паян лаях абат ширари. Лаях. Пиде аван. А чазем изир паян тутла абат ширари. Ребят, вы сегодня вкусно поели? Тутла абат ширари. Тутла. Аплапулсан чуваш чельги вреньме вогат читря. Пришло время учить чувашский язык? А чазем? Изир шутлама пледери, шутлама? Пледер. А плабулзан яткар, шутлаца парга таргашин. Посчитай, пожалуйста, нам. Пере, ике, София шутлаца парга. Эбе шутлама, стоп, ху шутла. Чунак то яткар, ху шутла, сам посчитай. Эбе манзакайрон. Манзакайрон, забыл. Шель, жаль, шель. А плабулзан аджезем, эбир перле шутлатпар. Перле ике вище твата пиле улта шиче сакар тохар вуна. Вуна, матура джезем. Пидзе аван, пидзе лаях. Халевара эбир сиреньбе. Юра и Лецпер. Перейки вище твата пилек, перенеть пепе шутлама, улдыщи часа карта харбуна, улдаран манхыщен калама. Вижихан ландыри аджизим. Все поняли, ребята? Вижихан ландыри. Вижихмар. Вижихмар, не все. Вижихмар, анлан мала. Аплабулсан? Перле галатпар. Перре, ике, вище, твата, пилек, веренедим, эбе, шутлама. Я учусь читать. Веренедим, эбе, шутлама. Пурди перле галатпар. Веренедим, эбе, шутлама. Аван. Пилек улта шича сакар тохор вуна пулдаран манхыщен калама. Тепре. Улта шича сакар тохор вуна пулдаран манхыщен калама. Ты можешь за мной повторить? Пулдаран манхыщен калама. Калевара, пурди перле юрлатпар. Сейчас мы вместе споем. Пурди перле юрлатпар. Перейки вище твата пилек, верените пепе шутлама, улдащи часа карта корбуна, пулдаран манхыщен калама. Салам! Меня зовут Агаш, и сегодня мы продолжаем учить чувашский язык. Сегодня мы поговорим о прошедшем времени. Во всех языках прошедшее время занимает особое место. Научиться правильно его использовать, значит уже неплохо понимать язык. Что касается чувашского языка, он также требует к себе особого внимания. Итак, прежде всего нужно понять, что в чувашском языке есть два прошедших времени. Очевидное. Или то, что мы видим своими глазами. И неочевидны. То, что мы сами не видели,
но слышали за слов других людей. Ну что, давайте разбираться поподробнее. Итак, прошедшее очевидное время, обычно оно выражает действие, которое произошло в недавнем прошлом и достоверно известно говорящему. То есть я или вы, или он, она, мы были субъектом действия или очевидцами происходящего. Теория всегда сложна, пока не будет подкреплена практикой. Поэтому несколько примеров. Эбиана Энеркурда. Я его видел вчера. Волмана Вали Книги Ильзегильджи. Он для меня принес книгу. Очевидное прошедшее время спрягается по лицам и числам. То есть Эби Калар. Я сказал, сказала. Кала – основа. Ром – окончание, которое означает первое лицо, единственное число, то есть я. Эзи Калара – ты сказал, сказала. Кала – основа. Рн – окончание, которое означает второе лицо, единственное число, то есть ты. А поменялась всего одна буква «м» на «н». Был Каларе – он, она, сказал, сказала. Ре – третье лицо, единственное число, то есть он, она. Итак, кала, ром, рон, ре. Все просто. Но есть и свои «если» или исключения. Первое «если». Если в основе глагола мягкие звуки «е», «э», «э» и «ю», например, «щи» – кушать, «эшле» – работать, то есть и окончания будут несколько другими. Опять же, гармония гласных «эбе шире» – «я покушал», «покушала», «эзе шире» – «ты покушал», «покушала», «вол шире» – «он», «она» – «покушал», «покушала». Итак, «щи», «рем», «рен», «ре». Кстати, обратите внимание, что в третьем лице окончание в обоих случаях одинаковое. Второе «если». Если основа глагола оканчивается на звуке «ленне ре», то вместо звука «ре» будет звук «т», а в третьем лице «ч». Например, «эби шивардо» – «я поспал», «поспала». «Эзи шивардо» – «ты поспал, поспала». «Вол шиварджи» – «он, она поспал, поспала». Итак, «шивар» – «том», «тон», «че». Третье «если», которое совмещает и первое, и второе исключение, если основа состоит из мягких гласных звуков, а также если она оканчивается на звуке «ленере», то мы получаем «эби кильди» – «я пришел, пришла». «Эзи кильди» – «ты пришел, пришла». «Вол кильджи» – «он, она пришел, пришла». На самом деле, в чувашском языке не так много исключений, и поэтому, зная правила, мы легко можем образовывать прошедшее время. «Эбе онландом» – «я понял». «Онлан» – основа глагола «понимать». «Том» – «я». Точнее, прошедшее время – первое лицо, единственное число. «Эзе» – «курданы» – «ты видел». «Кур» – «видеть». «Тон» – «ты» плюс прошедшее время. «Вол кайрии» – «он разве ушел?» «Кай» – «уходить», «ре» – «он» плюс прошедшее время. Отрицательная форма прошедшего очевидного времени образуется с помощью аффикса «мар» – «мер», где «ма» – «ме» выражает отрицание, а «ре» указывает на время. «Эби» – «каймаром» – «я не пошел», «не поехал». «Эзи» – «кельмерень» – «ты не пришел», «не приехал». «Вол итмари» – «он не спросил» и так далее. Все очень четко, не случайно, в родственном чувашскому языку, турецком языке, есть только один неправильный глагол – «олмак» – «быть». А все остальное работает по четким правилам. Так и в чувашском языке работает все по четким правилам. Пробуйте говорить, если даже и с ошибками. Результат будет только тогда, когда будем практиковать язык как можно чаще.
Неочевидное или неопределенное время обычно оно указывает на действие, совершившееся вне поля зрения говорящего, а также на бессознательное или забытое действие. А в некоторых случаях используется для выражения привычного, постоянного действия, совершенного говорящего его в неопределенном прошлом. Форма прошедшего неочевидного времени образуется с помощью аффикса «но не» и употребляется без показателей лица и числа, то есть соответствует причастию прошедшего времени. Эби пинде тогарчер сагр вунами шулдащу рална. Я родился в 1980 году. Эби унда темижеде полна. Я там был не раз. Но чаще всего это время используется, когда речь идет о ком-то. Например, «Выл кайно» – он ушел, уехал. «Выл калано» – он говорил. В отрицательной форме «но не» заменяется на «ман мэнь». «Эби каламан» – я не говорил. «Эди каламан» – ты не говорил. «Выл каламан» – он, она не говорил, говорила. «Эби пэльмэнь» – я не знал. «Эди пэльмэнь» – ты не знал. «Выл пельмень» – он не знал. А теперь несколько фраз с прошедшим временем, которые, мы надеемся, вам пригодятся лучше найти общий язык с окружающими людьми. Эбисана онландом. Я понял тебя. Эбисана онландом. Энерезе ошта пулна. Ты где был вчера? Энерезе ошта пулна. Эзи абат ширине. Ты поел? Эзи абат ширине. Эби паян лайх шивардом. Я сегодня хорошо поспал. Эби паян лайх шивардом. Калашца тадалдомар. Договорились. Калашца тадалдомар. Эби кайрам. Я пошел. Эби кайрам. Эзи ща фильма похороны. Ты посмотрел этот фильм? Эзи ща фильма похороны. Эзиршула оштак анна. Где вы отдыхали летом? Эзиршула оштак анна. Кайжар. Эби сана онланмаров. Извини, я тебя не понял. Кайжар. Эби сана онланмаров. Мэнь полна. Что случилось? Мэнь полна. Говорить легко и свободно не получится быстро. Но при старании любой язык поддается нашей власти. В том числе и чувашский. Учите и учитесь лучше понимать окружающих нас людей. Онажу, удачи, онажу. Тепредель получень. До следующей встречи. Тепредель получень. Халивара эбе полешень. Эзир, межи шулда. Я теперь хочу узнать, сколько вам лет. Эзир, межи шулда. Маша, эзе межи шулда. Эбе сакр шулда. Аван, Маша. София ран и таргашин. Вол, меже шулда. София, эзе меже шулда. Эбе тогар шулда. София, Маша ран, пер шул асла. На год старше. Пер шул асла. Паша, эзе меже шулда. Эбе сагал шулда. Ядкар эзе вуна рай. Шук, эбе вуна рамар, эбе сакарда. Карина, эзе меже шулда. Эбе де сакр шулда. Эбе икимеш глаза гаядык. Чынакта. Икимеш глаза. Во второй класс. Шюрец. Ходит. Шюрец. Халер бара джезим. Эбир серенбе. Карточка зимбе шлецпер. Поработаем с карточками. Карточка зимбе шлецпер. Кущин. Вада е шамрак. Вада старый. Шамрак молодой. Вада е шамрак. Манжут па вол шамрак. Келе жедеп. Манжут па да вол шамрак. Кущин вара. Вада е шамрак. Манжут па вол вада. Санжут па вол вада е? Шапла. Манжут па вол вада. Вада. Манжут па вара. Вол не шамрак мар, не вада мар. Вол водам шул зинже. Среднего возраста. Водам шул зинже. Кушин водам шул зинже. Чынакта. Кушин водам шул зинже. Халева раджазым. Видео курма вогытта житря.
Данилия Итлега эзе межи шилда. Эбе ултара. Эзе ултарай, эзе школа шереместини. Эбе школа эрнере пюре шередеб. Эзе шамрак. Эбе школа кашни гун шередеб. Эбе вара шутлама пэледеб. Вулама ширма земли ларма пэледени. Пэледеб. Юрай. Кумиже. Кувунтвата. Кумиже. Кувунчиче. Матур Даниле. Эзе школа шереме чунахта хадер. А чезем? Видео ра вижихан лан малай. Все понятно в видео. Вижихан лан малай. Вижи! Эбе он лан марн. Яткар, эзе вараменен лан марн. Эрнере перре, эрнере ике, мен лен кельдере. Эрнере в неделю, перре раз, в неделю один раз. Эрнере ике, эрнере вище, эрнере твата. Эрнере сича, кашны гун. В неделю в семь раз. Эрнере сича, кашны гун, каждый день. Юрать, Калевара и кинуш видео погадпар. Посмотрим второе видео. Кирилл Калаха эзе межере. Эбе сагар шулда, эзе вара меже шулда. Эбе де сагар шулда, эзе школа шуредини. Валах, эбе школа шуредиб. Эбе икимеш класа шуредиб. Эзе вишемеш класра шуредини. Щук, анжах таманан туспор. Вишимеш глаза шуреть. Вол тогар шулда. Ай-яй, вол вадышке. Вол вадамар, вол шамрак. Вол манран пержоласла. Вол пиди лайхтус. Шапла манан ты лайхтус. Вол вунеке шулда. А че всем? Ку видео равара, вижихан лан малай. Все понятно? Вище! Эбе онлайн марн. Яткар, эзе менле онлайн мар. Перемеш и кимеш, менле мене пельдереть. Пере один. Перемеш первый. Ике два. Икимеш второй. Вище три. Третий. Вищемеш, тватамеш, пиликмеш. Халь он ландом, эбе икимеш глаза шуредеб. Церес, ты ходишь во второй класс, икимеш глаза шуредень. Паяны бир шутлама врензимир. Сегодня мы научились читать. Узала полоса шанадаб. Надеюсь, вам пригодится. Узала полоса шанадаб. Он еще сире, аджазим.